Озил. Быстрая передача направо. Здесь сами бок. Мы бы уже увидели, как счет был открыт. Их у ворот итальянцев. Пока, возможно, на поле появился второй мяч. Озил на правом фланге. Не может оторваться от защитника. Раз прыжком. Озил. Короткий скрытый пас. Мяч к нему вернулся. Против него Киелини. Но хорошая передача в центр. Снова Озил. Игра этих команд на уровне большого турнира состоялась полуфинал защиты. Бастиан Швайнштайгер, мол, после травмы он получил повреждение в феврале. Всю весну восстанавливался. Потерял несколько статус. Не очень аккуратная передача. Озил. Лануа показывает. Поднимайся, Месут. Гомес очень опасен. А вот включение Озила. Удар! Буффон. И его знаменитый воротник. Ах. Озил не позволяет Киелини подобраться. Уходит от Пирло. Пасует на Кросса. Кросс умеет бить слева, но сейчас он пасует. Ну и так. А вот сейчас открылся фланг. Ох, как пошел Буатенг в атаку. Озил снабжает мячом своего защитника. Озил. Так долго тянуть с мячом нельзя было. Озил. Пасующая сегодня игра у итальянцев. Вот эти вот диагональные забросы в зону центрального нападающего. Вроде бы и не за спину защитника, но что-то такое взыграло. Начал он выдвигаться вперед с места центрального защитника. И сейчас очень остро, очень опасно, Бадольц! Озил. Едва ли не первая ошибка при приеме мяча у 10-го номера итальянцев. Удивительно. Кассано играет на команду сборной Италии. Терпеть в обороне. Особенно, когда понятно, приблизительно понятно, когда они услышат свисток, это они умеют замечательно. Закончился перерыв, уже выстроились опять в этом. Озил. Его преследует Барцали. Лам. Все, что он смог сделать в этой ситуации, это отдать мяч Озиленко и Лам. И очень часто даже идут вперед вместе. А сейчас Хедира. Хедира прорвался в штрафную площадь. Хедира! Пасту уже отдавала из-за пределов штрафной. Мяч выкатился за пределы поля. Ну, я не знаю, мне так показалось. С верхней точки там был рядом один из французских арбитров, который должен был контролировать. А выбивал мяч из штрафной Бонуччи. Ройс. Озил. Ах, что за передача, Месут. Лев. Это понятная реакция на счет, на обстоятельства складывающейся игры. Вообще в разминке сейчас. В зоне. Носа высунуть из-за своей стенки. Заложил неплохо. Алессандро Диаманти все-таки на позиции. Озил. Либо в компанию к португальцам делить бронзовые награды. Да, у Пранделли формируется. Досрочно объявлено, это сделал президент. Все-таки футбольные поля на украинской половине Евро, наверное, в силу более теплого, сухого климата. Озил. Как-то не очень верится. От финала Евро 2012. Озил. Неужели так и не забьют? Угловой, может быть, один из последних. Ну, и наверняка один из последних. Нойер пришел. Удар издали. Озил.
Нойер посмотрел на часы. Джанлуиджи Буффона. Ну и важно, что там будет дальше, конечно. Забил. 1-2. Надо подхватить мяч. И бегом, 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 бегом. Бегом. 21-й матч подряд. Бундесманшафт забивает. Хоть как. Команда Чезаре Бранделли обеспечивает себе финал 1 июля в Киеве. Команда Йоахима Лёва, одна из самых красивых, снова в очередной раз на турнире, отправляется домой через Франкфурт на Майне. Варшава, национальный стадион.